О. Все. Огромный компьютер. Эксперименты с животными. Вот откуда это все дерьмо пошло. Ну, го, посмотрим. Го, посмотрим. Что же, из-за чего же? Мне часа ваншотит. Да, опасно. Апгрейд. И это у нас что? Вот это. По сути, финиш. Я засейфился. Мне все равно. Огромный компьютер. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Чё, поехали. Гвардия. Я понял, ракеты. А, хотя... Или ракеты. Давай этот попробую. Меня лазер бесит. Я где-то еще. А, я все нашел. Ну да, все улучшения. Как ускоряться? Ладно, давай так. Охраны. Ну, типа я не сказал бы, что он такой сильный противник.
Да, типа, ладно. Ой-о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 й. Тихо-тихо-тихо. Да, 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 да. Оп, тихо. Ух, тихо, тихо, тихо. Я живу, живу. Это магазин, да, походу? Супермаркет тупой. Я понял. Короче, нужно ждать перегрева. Это сложно. Ждать перегрева. Что это за дерьмо? Мне про... Короче, я понял, там 4 атаки ему нужно будет. Но мне пока что нужно чисто уворачиваться. Как раз фаза. Ой, вот это его атака. Ого-го-го. Что это? Что меня задело? Блин, меня ж нихера не задело, какого черта?
понял. Ясно. Я потерялся немного. Ну, поехали дальше. Это самое опасное на самом деле место с токсиком. В смысле? А чё? Окей. Странно, все это работает. Как же все это странно работает? Ясно, я просто не успел тогда, да? А. А, теперь они постоянно будут на меня нападать. Тогда будем постоянно держать на готове выстрел. Дальше по два будете атаковать. Это ваншот. Я не успеваю, не успеваю, не успеваю. Он очень часто стал стрелять.
Тихо. Все? Механический осьминог убит. Манась, вот это стопудов был финальный босс, потому что вот это жестко было. Это было жестко. Сейвинг. Да ладно, еще не все. Как же может быть еще хуже? Короче, разделю на две части. Это огромная оса. Нельзя пропустить. Я думал, будет битва с боссом. Походу, все, да, то был босс уже финальный. А почему тогда меня сохранили перед этим? Время текает, все рушится. Теперь понятно. Пожалуйста, только не с разговора. Фу. Хоть не с разговора. Ну ешь, не коснулся. Не, ну ладно. Это уже хотя бы финал. Здесь хотя бы чисто провода. Все ломается, все крушится. Так, сверху где-то проход. Слышь, как все рушит. В смысле ты меня ударил? В смысле она меня бьет? Можно немного быстрее падать? Валим.
типа я понимаю, что это 2D, но что мешает уплыть туда? Ясненько, пускай падает. Да там, где у нас эти были? Или нет? Нет. Давай, давай, давай. А, все, я выбрался. Все, я уже не управляю, оно само. Все? Ну, окей. Что у нас получается? Ну, по игре. У нас есть большое количество боссов. У нас есть апгрейд. У нас, типа, есть прокачка, так сказать, если это можно. У боссов есть несколько фаз. А боссы, с одной стороны, как бы понятно, что именно они, да, будут, но ты не знаешь, в какой форме. И вот это, типа, интересно. Тоже та же самая акула, что акула была с минами прицеплена к щекам. И после того, как они взорвались, у нее просто не было лица, но она нападала. Всякие паразиты, крабы. Сама атмосфера вот этого оттонувшего мира, знаете, после всего этого. Уж можно отметить также... Да, атмосфера, в принципе, нормальная. Сложность боссов, ну, где-то пускай будет на среднем. Сложным для меня боссом оказалось это Ланцента, это сердце города. Из того, что ее чисто закликивать надо. Такое. Типа, я не думаю, что я убил всех боссов. Что мне сразу... Хотя, может быть, я и всех убил, слушайте. Поэтому, кто его знает. Финальчик, да, довольно странный. То, что... Были роботы в конце. Это был у нас робот-осьминог. И робот... Еще один осьминог. И финальный это оса, но... Оса это не босс. Босс был это осьминог второй. А финальный это что-то типа робота главного центра, который управлял всем вот этим и из-за чего... Типа люди построили, чтобы чистить атмосферу, да? Спасибо, что играли. Да, не за что. И как-то пошло все не очень как следовало. Конечно, жалко, что я не знаю из-за тех автоматов, что там по сюжетке. Экстра. Босс Rush. А, ну-ка, давайте посмотрим. А, это типа челленджа. Хал. Крэш. Ха. Сразу показывают, с кем мы будем сражаться. Ну, если смотреть, что по... Наверное... А не, нормально. Ну, так как мы можем стрелять... Оно задевает. Ну, давайте. Тут на самом деле лучше закликивать. Типа мы босса все равно бьем тем, что у нас с вами есть.
легкий был босс. Пал. Это были отцы эти. Телепорт. Не, на самом деле прикольно, типа босс челлендж. Ой. Ой-ой. Не, на самом деле это можно проходить довольно просто. Нам главное убить одного хотя бы из них. И дальше идет все очень легко. Типа у каждого по пол сердечка. Ой, ну ладно, плевать. Ну, в принципе, мы поняли суть. И, скорее всего, да, всех боссов мы убьем. Новых я не думаю, что там есть. Поэтому давайте на этом заканчивать. Давайте, наверное, даже в меню зайдем. Пойдем в экстра и креать блок. А, боссы, смотрите. Червь. Это, типа, их не история, но хотите, можете посмотреть, типа... Переведете. О, отсылочка. Это же болванчик из этого Fallout'а? Или нет? Ну да, тут отсылочки есть, типа тот же Макдональдс, еще как-то была там кукла. Это для Вики статьи, если вдруг нужно будет кому-то. Червь. Отцы. Пазерс. Осьминожка. Отравленная рыба. Ван. Forgotten. Вечно один. Вечно одинокий. Светящаяся рыба. Вот, это рыба акуламина. Крабик. Паразит. Но замечу, что на этом вообще ничего не известно, что он, главное, токсик. Роботы пошли. В смысле? А то, получается, один был целый. А суть, типа, решили не водить. Ну, ладно. И хардкорт. Хардкор. Почему-то нам недоступно, скорее всего, это одна жизнь, смерть. Либо просто у нас одна жизнь. За сейвами. Ну, а давайте тогда на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И да... следующих игр. Всем пока.